Воевали и отстаивали тыл. Без отдыха работали на заводах ради того, чтобы мы жили в свободной стране. Но часто ли вспоминает молодое поколение о тех, кто спустя десятки лет состарился и нуждается в нашей заботе? Эти люди, они прошли и войны, и экономические потрясения. И сколько проблем сейчас выпадает тоже на их долю. И очень важно почитать и уважать людей старшего поколения. Это одна из главных задач нашего современного общества. Октябрь – Всероссийская декада пожилого человека. В это время те, кто неравнодушен к старикам, стараются проявить к ним заботу и внимание. В число неравнодушных вошла и творческая группа «Церкви Исход». На этот раз ребята решили заглянуть в Сокур, небольшой сибирский городок. Я думаю, очень радостно будет услышать песни такие душевные и вспомнить, ну, какие-то времена ностальгии. И мы, как люди, которые занимаем активную гражданскую позицию, решили сделать этот концерт и порадовать наших бабушек и дедушек, и вообще пожилых людей. Они пели, читали стихи и даже подготовили для стариков памятные подарки. Новый завет, праздничная открытка, христианский журнал и шоколад. Казалось бы, мелочи, но, судя по эмоциям, впечатления останутся надолго. Общение с Богом, вот это для нас, для пожилых надо. А если уже и вы к этому стремитесь, то это уже очень хорошо. Ну, молодцы все девчата, и ребята, и пели, и играли. Приезжайте почаще, но надо предупреждать, чтобы и мы были одеты хоть немножечко. А поколение молодое не совсем понимает, что бабушки и дедушки, и даже родители созданы для того, чтобы их поддерживать, их учить, обучать всему. Я считаю, что почаще надо бы вот собирать и молодежь, и пожилой возраст. Будучи ребенком, узнала о гибели отца. В 42-м получили похоронку. На себе испытала, что такое безотцовщина – военное время. Сейчас уже 15 лет Марина Владимировна Катышская возглавляет областную ветеранскую организацию «Дети войны». В ее руках больше 8 тысяч судеб военного поколения. Когда мы получали прямо, вы знаете, пенсии копеечные, не побоюсь сказать громко об этом, то эта ваша организация, она, вы знаете, настолько помогла многим нашим пенсионерам, а я сейчас скажу, что не ошибусь, наверное, более 300 человек обслужили, если даже не больше. С ребятами из церкви «Исход» Марина Владимировна познакомилась 6 лет назад. Тогда молодые люди сами проявили инициативу помогать старикам. Вот и сегодня по нескольким адресам они развозили пакеты с едой. Конкретно скажу, вот у нас был мужчина, он еще сейчас жив, слепой, никого нет у него, понимаете? Он один. Оказывали помощь всевозможную, вплоть до того, что там и побелить, и убрать, и лекарства привезти, и увезти, и к врачу сопровождали. Масло, консервы, крупа. Много ли надо старикам, пережившим в детстве войну и голод? Больше всего они нуждаются в любви и заботе. Жаль, что за последние 3 года их число сократилось уже в половину. А когда к ним приезжаешь, у них прям глаза светятся. Ну, кто-то, ну, спасибо, да, кто-то, а кто вы, а как вы? Мы говорим, мы вот верующие, мы от церкви, еще Евангелие вручаем. Человеку внимание надо, выслушать его и помочь ему, если ты, ну, чем-то можешь, да. Если ты это делаешь, да, заботишься о людях, значит, ты, соответственно, и Бога любишь. Ребята из структуры милосердия внимательны не только к старикам. Они помогают и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кстати, во время съемки нашего сюжета они благословили проходящих бомжей пакетом с едой и пригласили на служение в церковь. Это школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, единственная в городе. Здесь учатся не по обычной программе. У каждого ребенка вместо парты кушетка, а многим на уроках приходится стоять. На первый взгляд незнающие зрители не заметят, что танцоры на сцене не гости, а сами ученики. Готовятся к городской декаде одаренных среди детей-инвалидов. Дети, которые неполноценные.
Вот сейчас для них будет проводиться отбор. Через 2 недели у них будет очень большой праздник проводиться в оперном театре. Уже не первый год городская администрация проводит декаду детей-инвалидов. К счастью, среди горожан растет число желающих помочь и поддержать одаренных. Ведь самые талантливые дети в прошлом году получили губернаторские стипендии. Мы приехали сюда надуть воздушные шарики, раздать их детям и тем самым подарить им частичку радости. Счастье, может быть, настроение хорошее. Самой даже радостно, как ты вспоминаешь свое детство, вот как какие-то мероприятия там были в школе, в садике, вот это все. Вспоминаешь, какие ты эмоции испытывал на тот момент, когда там тебе что-то дарили. Поучаствовать в мероприятии ребят из благотворительного фонда пригласила администрация Кировского района. По словам районных чиновников, ребята одни из немногих, кто протягивает руку помощи интернатам и детским домам. В принципе, я надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество будет еще более теплым, более близким, потому что, по идее, мы делаем одно дело, и у нас есть одна цель – сделать жизнь людей чуть-чуть лучше, подарить им улыбки, счастье и радость. С 3 по 9 ноября 2011 года пройдет ежегодный форум протестантских церквей «Сход. Следующий уровень», в рамках которого 3 и 4 ноября состоится торжественное открытие филиала церкви «Сход» в Калининском районе города Новосибирска, которое пройдет по адресу Новая Заря, 53А, гостиница «Сосновый Бор». Спикерами мероприятия станут Алексей Прунькин и Иван Филимонов. 5 ноября в честь дня рождения старшего пастора церкви «Сход» Алексея Пронькина пройдет творческий вечер и презентация 4-й книги пастора Алексея «Посмотри на себя правильно». 6 ноября в ДК «Радуга» по адресу Серафимовича, 32, состоится служение поклонения под названием «Восстановление первой заповеди в обществе». А с 7 по 9 ноября пройдут пасторские встречи в поселке Молот со служителями филиалов церкви «Сход».